это фанаты своего дела, и они ни на что свою работу не применяют. Причем многие из них люди с высшим образованием, закончившие там и юридические, и психологические. И очень много у нас, которые закончили Академию гражданской защиты. А можно вас попросить далеко на судовой ход не уплывать? А, конечно, нет, это тут где-то рядышком. Этот катер, вельбот 69-й, почему мы его выбрали для проведения водолазных работ? Потому что у него палуба относительно воды достаточно низко. Специально сделаны крепления, по которым можно трап прислонить, и водолаз спокойно может по нему спуститься. Зона ответственности Химспаса 123 километра по периметру. Ежедневно спасатели водоспасательного отряда патрулируют территорию канала Москвы от МКАДа и заканчивают уже платной новой дорогой М-11. Если вы плывете перед теплоходом в стороне, где-то метров 20, вас к нему начнет тянуть просто-напросто. И это течение бывает довольно-таки сильным, плюс человек, который доплыл до середины, например, канала, если он это сделал, он уже устал и не всегда может справиться с такой тягой, как бы, к кораблю. И его может просто затянуть, может произойти несчастный случай. Так что это, ну, как дорога, получается, опасно. Ну, как автомобильная магистраль, он судоходная магистраль. Но с другой стороны, оператор...